Здравствуйте, девочки, мальчики. Что хочу сказать. Вчера, 18 января, умерла Таисия Ивадия. Я ее смотрел на Уклаве и на Тута. Вот. Конечно, жалко, она боролась с болезнью. Болезнь была у ней в начале ковид. Она выздоровела потом. Как бы сказать, побочные действия этой болезни стали вот. Вот и все. И из-за этого она умерла. Вот. Не смогла она преодолеть вот эти... вот эту, как сказать, последствия ковида. Так что берегите здоровье, девочки, мальчики. Берегите себя. Всем пока.